Знакомьтесь, Юрий Георгиевич. Он изготавливает маринхуры уже 4 года. Признается, что тяга к творчеству у него была всегда, не хватало только времени. И после выхода на пенсию упорно занялся любимым делом. Мне она дает такое удовлетворение, что от самого процесса работы, когда делаешь своими руками, когда создаешь такой уникальный инструмент, это здорово. И когда еще она играет, и такую красивую музыку, это великолепно. Лучших выбирали в 3 номинациях. Исполнители и композиторы произведений для бурятских народных инструментов и мастера-изготовители инструментов. На каждом конкурсе, конечно, очень тяжело определять лауреатов, победителей, скажем, да. Например, у нас такие интересные конкурсы. Столько мастеров мы собрали сегодня, 15 мастеров. Все по-своему, конечно, очень талантливые люди. У каждого своя методика, у каждого свои секреты. Каждый по-своему изготавливает. И в этом месте только белый, да? Но это не так легко, как казалось бы. Закончится фестиваль сегодня гала-концертом в Бурятском драматическом театре. В фойе каждый желающий сможет увидеть инструменты, изготовленные участниками конкурса. А также для зрителей выступят исполнители оркестры бурятских народных инструментов Байкальского региона. Валерия Ренчинова, Жаргал Ардынеев, телекомпания АТВ.